300 рублей в замка. Потому что вообще у нас 5 видов кефальных, и слова «ларичка» в них нету. Это, ну, это как кличка, да? Ну, вот понятно. Есть имя, а то кличка. А это что за рыбка? А, это тоже, да, такая? Это получается на 100, там 90, и здесь на 80, 170 рублей. 20 рублей надо? Там разные вязаночки есть. А такая сколько? Это вяленая. 300 рублей. Штука? Не, вязанка. А, две... Пойдите, вязаночку. Да, какую вы выбрали, скажите, пожалуйста. Ну, давайте любую, давайте эту. Вот это хорошо. А давай. Что это за рыба? Вот это вот? Да. Это наша селёдка. И вот такую держу. Это наша местная селёдка. Сильно солёная? Поменьше, которая. А таблетка и окунёт какой цены? 180 и 150 окунёт. Вот вяленая. Такая вкуснятина. Ну, прям уж. Аж хочется есть. По три штуки. Три штуки, 300 рублей. Жарить, даже не вынимая внутренности. Ну, вот. Представляете? Ну, хочу сказать, что маленькая, но здесь очень любят ставридку. Очень любят в Крыму ставридку. А тем более она очень... Ну, 10 часов, говорил рыболов. Говорил, 10 часов она ее... Так, а это у нас какое-то кафе. Видите, какой он сидит. Трубку курит моряк. Вот, здесь какой-то фирменный магазин. Вот. Велосипеды. Продолжаем свой осмотр балаклавы. Вот, велосипеды, видите, какие за углом ставят. Разукрасили такую красоту. И такой зеленый уголочек. Здесь, наверное, столы ставят. Вот, куда мы дальше пойдем? Здесь тоже зелень. Сосуды. Сосуды, ну, очень интересные. Посмотрите, дерево в углу. Бочки Инкерманфе. У меня есть у меня видео с Инкерманского винного завода. Да, вот одежду тоже можно какую-то купить. Здесь какой-то памятник, я вижу, на ветерок. Ой-ой-ой, какой ветерок. Уши надует. А где она? Где? Символ. Народ сказал. Это эмблема города Балаклавы. Что, правда, что ли? Потому что город Топов. А там просто где написано. Сказали, эмблема города Балаклавы. Да. Это меня мужчина сюда направил. Да, анекдот. Анекдот. Но я туда дальше не пойду.
Вот это да. Ну, мужчина мне подсказал. Там еще побриться. Может, а? Музей. Желтый обед, музей. Может, тоже какой-то сюжет снимите. У меня тут что? Кофе на песке, пирожки, чай. Так, ладно, зайду я как-то. Раз говорят, здесь что-то интересное. Это музей. Так, меня будут искать. Я не одна сюда приехала, но ничего себе. Так, здесь какая-то... О, закрыли пианино. Музей истории Балаклавы. Вот, видите, где находится вот кошка. Так что здесь есть музеи. Видите, каких уголочков? Меня мужчина направил сюда. И кофе можно попить. И здесь музей. Вот этот музей, да? Понятно. История Балаклавы. Расписание экскурсий. Морская прогулка. Все, ты заходишь. Здесь цветы. Вот символ Балаклавы. Кот с рыбкой. Понятно? Я не буду отключать камеру. Зашла я сюда. Выйду. Вот здесь сюда стоят, никто их не берет. Мы еще подойдем вот к тому памятнику. Ребята приглашают на катеры. Так, а здесь какой у нас памятник? Вот я к нему хотела подойти. Двушка долларов, двушка долларов. Сейчас, тогда была двушка долларов. Это Куприн Александр Иванович. Такой был маленький урос, что такое, или просто. Ну что еще? Еще раз я покажу вам. Вот причалы здесь. Очень интересный такой городок, вот Куприн. Я вам все показала, видите, даже символ Балаклавы показала. Все. Смотрите, пожалуйста, мои видео. Заходите на мой канал. Я вас жду в гости. Канал мой называется Машенька Машуня Черняк. Сборная Солянка. Всего хорошего. Я надеюсь, заслуживаю от вас очень-очень много лайков, много комментариев. Скоро лето. Приезжайте отдыхать. Такую интересную Балаклаву. Всего хорошего.